попал прямо в сильный. Мальчик шла без остановки, так пошла, и, грубо говоря, рельсы такой узкой. Выглядит наш пруд, поэтому прощаемся. Забыли, не забыли, вроде ничего не забыли. Так что, друзья, тут свидание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну так, сейчас на улице, ребят. Ну, уже, в принципе, расцветает. Сейчас супруга спустится и поедем. Так что, ребят, ни чешуи, ни хвоста нам. Вот супруха уже идет. Ребят, мы приехали на Чкаловские пруды, улыбнись. Тебе скрывать. На Андрюхе на место. Но он завозит с кораблика. Но мы попытаемся сегодня половить на удилище. Да, видишь, у меня вот это почему-то, когда я сплю. Одна сторона. Так что, друзья, выглядит это вот. Ой, ребят, природа, конечно, запах здесь другой. Чувствую прямо запах травы. Да, как красиво на небе. Да? Как будто как бы полпланеты опускается вот это. Да? Все, ребят, будем раскладываться. Друзья, ну вот так мы установили наш лагерь. Еще даже не установили, потихонечку маркируемся. Вот так будет мое рабочее место. Вот так у меня будет. Тут буду я удилище складывать. Здесь будет две точки, две точки. И вот тут Наташа у нас отдыхает. Вот, а тут мы маркируемся. Друзья, ну все, мы закинули удилище. Значит, расстояние 56 метров. И 96 у нас получилось вот так вот. Примерно такие расстояния. Еще помаркеримся, может, чуть по-другому. Попробуем половить поближе к этому камышу, островку. То бишь возьмем левее до острова и чуть-чуть на середине острова эту точку попробуем позакармливать. Вот. Значит, на что мы ловим? Значит, здесь у нас получается специи, это ли карпуся с пупапчиком, специи желтого цвета, и также вторую у нас, вторая снастка у нас получается монстр краб от Виталика, и сверху желтый пупапчик. Ну а здесь у нас, значит, Ричвард слива пупап, и от лихоносовых, значит, Ричвард пупапчик, и внизу сливка. Все, ребят, так вот мы обустроились. Поклевок пока не было, в принципе, прошел только час. Вот мое рабочее место, здесь маркируюсь. Так что вот так, ребят, посмотрим. Включила. Опа. Ребята, а вот третья поклевочка. Большая. Рыбка. Ну, тоже приятно.
маленький, я потянул такой. Пусти эту удочку. Вот эту удочку пусти, не перешаг. Ребят, небольшая рыбка, сазанчик. Килограмма, наверное, полтора. А, это просто фрикцион расслабил я. И получается, что сильно показалось. Давай. Друзья, ну наконец-то случилось чудо. Значит, ловили на расстоянии 60 метров и 80, поклевок не было со стиками. Решили без стиков, без ничего перезабросить в районе 100-110 метров. Одели слив, слива, значит, лихоносовых и сверху ричвард. И одели тигровый орех и кукурузу. Вот, ребят, сразу вот, небольшая, конечно. Вот, произошел дуплет. Клюнула вначале на сливу, а потом вот этот прекраснейший карп на тигровый орешек. Так что мы уже от нуля ушли. На этом водоеме сезон мы открыли. Так что вот так, друзья. Так вот, ребят, значит, рыбалку продолжаем. Была сейчас сильная поклевка, сильнейший паровоз. Прямо вот сильный был паровоз, реально. Подбежал, сделал засечку. Вот почувствовал сопротивление. Начал тянуть исход. Походу рыба не засеклась. Паровоз был сильный. То бишь, получается, прямо шла без остановки. Там не пик-пик, не пик, а пошла. И, грубо говоря, я ее остановил засечкой, но, видите, не засеклась, к сожалению. Но так после этого больше не было ничего. Ловим мы, значит, слива со сливой, мед с медом, тигровый орех с кукурузкой. И, наверное, слива все-таки с медом. Вот так у нас выглядит. Значит, расстояние 96-90 метров. Ловлю на таком расстоянии. Ветер порывами идет у нас. Значит, что еще получается? Ветер порывами. Этот водоем у нас очень славится зацепами. И получается у нас ситуация в том, что кинул даже маркер, хотел найти другую дистанцию, потому что поклевки затихли. И зацепил даже маркер с первого заброса и оторвал. В принципе, можно еще сейчас раз сделать. Но чуть попозже. Все, ребят, ловим.
дуплет. Один в мате. Наташа его подсекла. И сразу. Дождались, друзья. Чувствует, говорит. Сидел, я что-то прямо подошел. Так, ребят, кукурузка с тигровым орехом. Вот оснастка. Кстати, на месте осталось. Крючки муга. От Гарднер. Кстати, вот очень хорошие. Блин, засекаются, ребят, просто труба. А, был сход один, были крючки другие. Рыба была большая, не засеклась. Значит, и работает, ребят, попмап слива от Сисемура. А, точнее, не слива, а... Да, ребят, ветер поднялся. В принципе, должно нормально клевать. Что-то час уже мы поклевок не видим. Я перезабросился, подкормил коброй. Но, к сожалению, почему-то нету еще поклевочек. Кинул 24-й пылики мандарин от ребят Red Carps. И та же с ихними бойлами. Вареночку подкинул, немножечко меда. Сейчас попозже хочу, если что, закинуть два вида по папу. Одну сливку хочу бросить, а другую грушу кислую. Ветер вроде бы маленький, а стою я против ветра. Получается, выламывает крепление немножечко земли. Ну так, в принципе, зонт держится. Друзья, ну вот рыбалочка подошла к концу. В принципе, и доволен, и нет. Скажу, чем доволен. То, что поймали 5 рыб.
В итоге общий вес небольшой, 12 килограмм. Вот. А чем недоволен, то, что не получилось ловить, как хотел, на стиках и плюс кормление. Большие зацепы. Оторвал, честно вам скажу, маркерный груз даже. И плюс еще 4 оснастки. Значит, 2 оснастки зацепил при выматывании. И 2, честно вам скажу, как бы при забросе. Поэтому как бы вот это недовольствие. А так, в принципе, ребят, ну, без от нуля ушли, как бы рыбалка удалась. Поэтому вот так выглядит наш пруд. Поэтому прощаемся с сегодняшним местом. Смотрим, что мы там забыли, не забыли. Вроде бы ничего не забыли. Тут, видите, люди и рыбу чистят. Так что, друзья, все, сейчас поедем. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому нравится. Буду снимать видео в дальнейшем. До свидания. I wish I was on my road heading to you, 'cause you made me feel